Этого человека приглашали на шоу о самых необычных людях мира, а также на съемки в документальных фильмах и кино. За его тело после смерти предлагали огромные деньги. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий человек в СССР. На Западе его называли русским Гулливером и русским великаном. Все это о баскетболисте Александре Сизоненко. На момент фиксации рекорда его рост составлял 2 метра 37 сантиметров, а к концу жизни достиг 2 метров 45 сантиметров. Но, несмотря на популярность, Сизоненко мог бы претендовать на звание не только самого высокого человека в мире, но и самого несчастного. Проблемы со здоровьем, постоянные боли, уход жены и смерть в одиночестве шли по пятам великана. Сегодня давайте послушаем трагедию жизни огромного человека с тяжелой судьбой. Итак, Александр Алексеевич Сизоненко родился 21 марта 1958 года в украинской деревне Запорожье Херсонской области УССР. Саша был обычным мальчишкой из простой семьи. Его мать работала продавцом в магазине, а отец был механизатором. При этом они имели обычный рост. Когда Александру исполнилось 6, родители стали замечать, что их сын слишком быстро растет. К 11 годам рост мальчика достиг уже 170 сантиметров. Но отец показал его врачам только через 3 года. Ребенку был поставлен диагноз акромегалия – заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза. Требовалась операция. За 1 год Александр перенес их целых 2, причем обе с трепанацией черепа. Но хирургическое вмешательство не помогло, поэтому было решено что-то менять. Прям как это произошло в 90-е. Время перемен, возможностей и кризисов. От переломных исторических моментов до зарождения новых ценностей. От культурных взлетов до экономических потрясений. От бандитов до войн. Лекторий Достоевский приглашает вас в сердце бурлящих 90-х. Перед вами раскинется панорама видеолекций, каждая из которых – ключ к пониманию этого лихого времени, полного свободы и беспрецедентных перемен. Лекторы лектория – светило науки, культуры и люди из разных социальных слоев, глазами которых вы увидите все грани 90-х. Мы зовем вас пережить эти судьбоносные годы, вдохнуть полной грудью дух тех времен и осмыслить, как именно они складывали фундамент нашего сегодня. Подписывайтесь и смотрите на канале «Лекторий Достоевский». Ссылка в описании. К окончанию школы юноша дорос до 2 метров 18 сантиметров. Именно тогда врачи сказали, что жить ему осталось максимум 20 лет. В баскетбол Сизоненко попал случайно. После школы он поступил в училище на электрика и о карьере спортсмена даже не думал. Но однажды, возвращаясь домой после практики, парень оказался в одном автобусе с командой «Спартак» из Николаева. Не заметить такого великана было сложно. Его пригласили на тренировку, и Александр согласился. Уже через 3 месяца молодой игрок попал в один из ведущих клубов страны – ленинградский «Спартак», которым руководил главный тренер сборной СССР Владимир Кондрашин. Он узнал о 18-летнем парне, выделяющемся уникальными физическими данными, и позвал его в команду. Новичка приняли хорошо. Кондрашин и один из лидеров команды, олимпийский чемпион Мюнхена Александр Белов, взяли Сизоненко под крыло, и он быстро стал своим. Саша и на паркете доказывал, что достоин играть в «Спартаке». На первой же тренировке он реализовал 19 штрафных, чем удивил партнеров, ведь тогда для высокорослых игроков поставленный бросок со средней дистанции был большой редкостью. При этом Сизоненко отличался еще и отличным выбором позиции и хорошим первым пасом. Вскоре Александр пробился в основной состав. Вместе с красно-белыми он стал серебряным призером чемпионата СССР и выиграл Кубок страны. Но долго продержаться на высоком уровне спортсмену не удалось. Новатор Кондрашин постоянно привносил в игру свежие идеи и старался, чтобы «Спартак» показывал быстрый баскетбол.
Под этот стиль гигант Сизаненко подходил едва ли не хуже всех. Он все чаще оставался на скамейке запасных. Произошло еще одно событие, которое повлияло на его будущее. В 1978 году от редкой болезни ангиосаркомы сердца умер 26-летний Белов. Трагедия повлекла за собой медицинские проверки. Требования к спортсменам, у которых были проблемы со здоровьем, ужесточились. Это привело к тому, что от Сизаненко, которому и так из-за его болезни нельзя было заниматься спортом, «Спартак» отказался. По мне, смерть Белова ударила вдвойне. Я потерял главного партнера, старшего друга и наставника. Из-за проклятого гипофиза врачи строго-настрого запретили мне играть. И Кондрашин посоветовал от греха подальше уехать в провинцию. Там было проще. Потом, правда, рассказывали, что он о своем решении жалел. Так вспоминал Сизаненко об этом периоде карьеры. Кондрашин предложил Александра своему единомышленнику, тренеру куйбышевского «Строителя» Генриху Приматову, который хотел вывести команду в высшую лигу. Рост Сизаненко на тот момент превышал 230 сантиметров. Приматов сделал на него ставку. И она сыграла. Уже через два сезона, в 1981 году, «Строитель» достиг цели. Сизаненко стал ключевым игроком команды. Он нередко набирал по 30 очков за матч и наряду с другими гигантами советского баскетбола – Арвидесом Сабонисом, имеющим рост 222 сантиметра, 220-сантиметровым Владимиром Ткаченко и 214-сантиметровым Александром Белостенным – считался одним из лучших центровых страны. «Я ни в чем им не уступал. И блокшоты все они от меня получали, и мячи пропускали. Однажды Володя Ткаченко в матче с нами набрал всего 2 очка. Он привык, что с ним такой махиной никто совладать не может. А когда наткнулся на меня, растерялся. Сабонису я 42 очка привез. Правда, тот матч с Жальгиресом был товарищеским», — делился воспоминаниями Сизаненко. В начале 80-х заслуженный советский тренер Александр Гомельский даже приглашал его в сборную СССР. Сизаненко должен был поехать с национальной командой в турне по Пуэрто-Рико. И только из-за проблем с визой в последний момент остался дома. Зато дела в клубе шли хорошо. В Куйбышеве к нему относились как к звезде. Его зарплата была на уровне руководителей крупных предприятий – 250 рублей в месяц. Спонсор клуба «Строительный трест» подарил спортсмену квартиру в центре города. Но уже в 28 лет Сизаненко был вынужден завершить карьеру. В 1985 году умер Генрих Приматов, который поддерживал его и в спорте, и в жизни. К тому же у баскетболиста, продолжавшего горстями пить таблетки, случился гормональный сбой. К старым болячкам добавились астма и диабет. Помогать команде в таком состоянии он уже не мог и по ходу сезона был отчислен. Сизаненко хорошо знал журналист Сергей Волков, на тот момент сопкор советского спорта. По его мнению, в раннем завершении карьеры была доля вины и самого Александра. Он был не из тех, кто строго соблюдает режим. Мог и выпить, и покурить. Хотя с таким набором заболеваний стоило бы себя поберечь. Но он сам загонял себя в угол, — рассказал Волков в интервью журналистам. По его словам, на судьбу Сизаненко повлиял сложный характер. Баскетболист слыл человеком капризным и обидчивым. Порой соперники начинали играть против него откровенно грубо, чтобы хоть как-то попробовать остановить такую махину. Били из-под тишка или прыгали на ноги. В такие моменты он выходил из себя, умышленно фалил в отместку или просил замену, уходя с площадки. Непростыми были отношения с партнерами по команде. Кроме тренера и 2-3 игроков, Сизаненко мало с кем общался. У него не было чувства благодарности по отношению к людям. Сизаненко часто вел себя так, будто все вокруг ему должны. «Конечно, это не могло нравиться, и к концу карьеры от него многие отвернулись», — подытожил Волков. Уход из спорта означал для баскетболиста в первую очередь потерю денег. Его признали инвалидом 2-й группы и назначили пенсию 63 рубля. В 2 раза меньше обычной. Конечно, ему ее не хватало. Ведь даже одежду и обувь 58-го размера
Гиганту могли изготовить только на заказ. Доходило до того, что Александра подкармливали торговцы с рынка и жители города. Именно Волков стал тем, кто не дал Сезоненко окончательно упасть на дно. Он опубликовал в популярном издании «Собеседник» статью «Кто поможет Гулливеру». Заметка в буквальном смысле спасла баскетболиста. Тут же спохватились городские власти. Александру подняли пенсию. Вновь поставили его на довольствие в гастрономе и купили новую трехметровую кровать. О Сезоненко стали писать и другие издания. Его история вышла далеко за пределы СССР. На Западе его прозвали «русским великаном». Японцы приглашали его в шоу о самых необычных людях мира. Он сыграл великана в чешском фильме «Храбрый портняшка». Статья в «Собеседнике» помогла ему и в личной жизни. В 1988 году Сезоненко женился. Его избранницей стала Светлана Гуменюк, с которой они были знакомы еще во времена его игры за «Спартак». Прочитав публикацию о Сезоненко, она приехала из Ленинграда, чтобы его поддержать. Вскоре дружба переросла в романтические отношения, и они сыграли свадьбу. Еще через 2 года Сезоненко попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий человек в СССР. Его рост зафиксировали на отметке 239 сантиметров. Выше него в мире был только один человек – 245-сантиметровый ливийский баскетболист Сулейман Али Нануш. Со временем Сезоненко догонит и его. Но, как не раз случалось в жизни Сезоненко, за белой полосой последовало черное. В 1992 году из-за неудачной аферы жены семья Сезоненко лишилась жилья в Куйбышеве, ставшем к тому времени Самарой. Квартиру пришлось продать, чтобы расплатиться с долгами. А сама Светлана чудом избежала тюремного срока. После громкой истории Сезоненко с женой были вынуждены уехать из города. Они перебрались в Санкт-Петербург, где на оставшиеся от продажи самарской квартиры деньги хотели купить новую. Вложились в новостройку, но прогорели. Строительная компания разорилась. Ни жилья, ни денег. Устав от неудач, Светлана оставила мужа. Семью не спасло даже то, что в 1994 году на свет у них появился сын Александр. Почти сразу после этого Светлана забрала ребенка и уехала. «Когда-то говорили, что у меня внешность привлекательная. Сложен был гармонично, лишнего веса себе не позволял. А болезни меня подкосили. Запустил себя, попивал даже. Хотя мне это категорически противопоказано. Вот она и ушла», — рассуждал Сезоненко. Александру помогли в Союзе спортсменов Санкт-Петербурга. Для него выбили у городских властей 2 комнаты в коммуналке, и вскоре Сезоненко переехал туда навсегда. При этом он мог жить совсем по-другому. В период с 1999 по 2001 год немецкий анатом Гюнтер фон Хагенс не раз выходил на Сезоненко с предложением пожертвовать тело для института пластикации за огромные деньги. «Такой великан – мечта любого анатома», – восхищался фон Хагенс. Деньги для него были бы очень кстати. К тому времени рост баскетболиста достиг 245 сантиметров, а вес – 180 килограммов. И это давало осложнения. У Сезоненко развился остеопороз – снижение плотности костей и усиление их хрупкости. И он стал ходить сначала с тростью, а потом на костылях. Обещанных анатомом денег хватило бы как на лечение, так и на всю оставшуюся жизнь. Но предложение немца Сезоненко только напугало. Он ответил твердым отказом, объяснив, что как христианин хочет после смерти быть похороненным на кладбище. Уговаривать баскетболиста было бесполезно. «Мой труп хотели получить в качестве музейного экспоната. Никогда не соглашусь быть чучелом. Ни за какие деньги», — решительно заявил Сезоненко. С тех пор о нем вспоминали лишь эпизодически. Александр поддерживал контакт с несколькими журналистами и ветеранами «Спартака». Изредка отца навещал повзрослевший сын. Летом 2011 года стало известно, что сильно ослабевший Сезоненко упал в своей квартире и повредил ногу. Из-за боли в колене он почти не вставал с кровати.
И только через неделю, когда никто так и не пришел, Александр сам позвонил фотожурналисту Владимиру Бертову и сказал: «Приезжай, кажется, я умираю». Сезоненко отвезли в больницу, но медики почти ничем не смогли ему помочь. Через две недели, побывав в трех клиниках, Александр вернулся домой практически прикованным к постели. В критический момент о нем снова вспомнили. Поднялась шумиха в средствах массовой информации. На его имя открыли счет. Игрок НБА Андрей Кириленко перечислил ему деньги на ремонт квартиры, а «Спартак» купил телевизор и нашел сиделку. Но всего этого было недостаточно. Сезоненко требовалось дорогостоящее лечение за границей. Перед Новым годом его состояние резко ухудшилось. «Спартак» отправил Сезоненко в реабилитационный центр, но через несколько дней бывшего спортсмена вернули домой. Закончились деньги на лечение. По той же причине рядом уже не было сиделки. Он снова оказался один и предчувствовал скорую смерть. 5 января 2012 года 52-летний Александр Сезоненко умер у себя дома. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Баскетболиста похоронили на Северном кладбище Санкт-Петербурга, рядом с Кондрашиным, Беловым и другими ветеранами «Спартака». Проводить русского Гулливера в последний путь пришли всего несколько человек. Александр Сезоненко включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий баскетболист СССР и один из самых высоких людей в мире. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч!